Он упал с высоты 5000 метров и даже не получил переломов. Его достижения внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Его ученики – чемпионы мира. Заслуженный тренер России по кёкусинкай карате. Здравствуйте всем. Сегодня прекрасный зимний день. Мне бы очень хотелось высказать свои пожелания лично Виталию Бабенко и его подопечным, тем, кто занимается в клубе Tenga Pro. Очень важно, Виталик, что ты и твои ученики идут по пути, который позволяет стать человеку лучше. Я хочу, чтобы вы помнили, самое важное – это отношение между людьми, ваше отношение к близким и умение владеть собой. Я хочу пожелать вам всего самого теплого, доброго, хорошего в наступающем 2019 году. Хочу, чтобы мы продолжали дружить, общаться, надеясь, что когда-нибудь вы попадете к нам в зал и увидите все своими глазами. И я всегда буду рад вас видеть там. Всего вам самого хорошего, счастья, любви и успехов.